В Губкинском продолжается работа по оказанию государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья. В этом году выделено 20 миллионов рублей из окружного бюджета, 1 600 000 из федерального. Софинансирование программы осуществляется из городского бюджета в размере не меньше 5% и составляет 1 миллион рублей. Социальные выплаты планируется предоставить 21 семье. 5 из них профинансированы по окружной программе. 15 семьям выдано свидетельство на получение социальных выплат. Для того, чтобы стать участниками мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, необходимо, чтобы возраст обоих супругов был до 35 лет, чтобы отсутствовали или жилые помещения, или же обеспеченность в имеющемся жилом помещении была менее учетной нормы, которая установлена на территории муниципального образования город Губкинский в размере 16 квадратных метров. Также необходимо, чтобы каждая семья была платежеспособной. Реализовать полученную социальную выплату можно только в регионе, в котором она была выдана. Средства можно потратить на приобретение жилого помещения на первичном или вторичном рынке, на строительство собственного дома, а также использовать в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита.